Как же мне все-таки нравится Стамбул, черт побери. Я на обратном пути из Эфиопии взял длинную стыковку специально, турецкими авиалиниями лечу, чтобы остановиться в Стамбуле на целый день. Ну, естественно, прогуляться. И еще для парочки вещей. Первое, зайти на египетский базар и показать вам, ну, на мой взгляд, самый крутой кофейный магазин в мире. Потому что такой движняк, как там, больше нигде не присутствует. А второе, если получится все нормально, добрести до площади Таксим. Там куча кафе. И погадать на кофе. Пора ж как-то уже вскрыть эту баночку. Вот. Там в районе Таксим есть целый там, ну, с десяток кафе, наверное, мне еще и гид показывал вообще, даже, ну, по всем гидам показывает, что основные фалчи или фал-кафе, фал это гадание на кофейной гуще, находятся там. Но пока любуемся Султан Ахметом и Святой Софией. Вот, но мы уже у точки назначения. Это вот улица, забыл, как она называется, знаменитая, как-то там Исыкуль, похоже. Истыкиль, что-то такое. А, вот, так что мы уже двигаемся на пробу пера. Вот там находится эта центральная улица, с которой я пришел. А вот эта кофейнка. Символ кафе. Сейчас идем туда слушать, что нам расскажут. Вот, она в стороне находится, как-то не на центральной улице. Я тут долго искал ее, местных спрашивал, и не все знают. Вот символ. Но она там во всех фигурирует, этих самых у них, во всех справочниках этих про фал-кафе. Фал-кафе – это там, где кафе с гаданием. В общем, добрался я в кофейнку. Она не на центральной улице, а пришлось мне порыться, там уходить в сторону, спрашивать у местных. Называется «Символ кафе». Довольно известное место для гадания. Я перечитывал там много, смотрел литературы, куда рекомендуют идти. Там в тройке оно у них по гаданию. Фал или фалчи называется это. Вот. Такой видос сверху симпатичный. Ну, кафешечка, ну, такая обычная, как это, такое кафе себе. Куча прибамбасов, на лифте поднимаешься. Ну вот, внутри я засел. И вот жду гадалку или fortune teller. Вообще это называется тассеография или тассеомантия. Это гадание на чашке, да? Это не обязательно кофе. Это может быть там чай, вино, да? На чаинках гадают, то есть в чашке, то, что видят в чашке. На самом деле это не столько даже гадание, да, там предсказание, это в английском так звучит. А считается чтение чашки, то есть она как бы трактует знаки, да, она должна ответить на твои вопросы, то есть ты задумываешь себе желание, она отвечает на твои вопросы, как бы сбудется, не сбудется там и так далее. Вот, это символ кафе, я так понимаю, тут какой-то зона, потому что я видел еще несколько в списке, еще несколько заведений, и они вот все тут рядышком находятся. Но вид, конечно, очень красивый, где-то аж на крыше, такой львовский вариант, забираешься, и весь город вот перед тобой. Ну, уже так в сторону ушел нычками я. Хорошо, что местные, видно, знают его. Я спросил, они мне сказали, это символ кафе. Ну, вот я на самой крыше, там и внизу есть. Я видел эту барышню, которая сидит справа. Она сначала на картах сидела, рассказывала. Сейчас подошла к этой тете. Ну, я следующий, я так понимаю, на очереди на символы. Вот. Ну, пока я заказал кофе. Я вообще думал, оно без сахара, кстати, подается. Говорят, что для гадания дают немножко больше. Ну, бросают кофе, чтобы как бы материала для чтения было больше, да, для чтения рисунка. Вот, она спросила сахар. Я говорю, ну, как обычно? Она говорит, ну, обычно вот средний сахар, да. По-моему, средний орта, это средний же. Вот, так что, ну, короче, я на очереди. Вот там сидит барышня, треснул свою судьбу. Вот, ну, все проще еще раз. Она просто, она как бы трактует знаки, да. Очень важно, чтобы у нее было какое-то, ну, именно пояснительная структура, причем важно не один знак рассказать, ой, вот увидел там птичку или еще чего-то, а именно истрактовать все, что находится в чашке.
Сейчас мы дойдем до этого, посмотрим, как она расскажет. Я уже много начинал, конечно, и наслушал, и нарассказывали, и там и с людьми общался, которые говорили, как это работает. Ну, сейчас посмотрим, в общем, потом я расскажу пару своих моментов, которые я знаю из турецких источников. Вот. Ну, а пока ждем кофе, ну и пока освободится тетенька по вопросам прогнозов на будущее. Ага. Мой кофеек пришел. Сальвадор прямо-таки. Водичку никто в стаканах не парится особо, откроешь в этом баночке. Сальвадор премиум будем пить, судя по всему. Ну, ну хорошо, что дальше? Я же его пока не употребляю, я так понимаю. Или его надо выпить, да, по-моему, надо выпить и с последним лотком что-то зажило. Ну, сейчас послушаем, в общем. Вообще, говорили, что надо сверху накрыть блюдцем, а потом перевернуть к себе. Хлопец взял за место меня, вместо меня перевернул. Вернее, он блюдо, нет, перевернул я сам, вру. Он накрыл и говорит, давай переворачивай. Я перевернул. Никто ничего не размешивал, там три раза по часовой стрелке. Просто перевернул, он стоит, осаждается, типа, я не знаю. То не та девочка, кажется, за столом была, я думал, это он. Это моя тетенька, это не она, та занята еще, видать. Я жду, уже минут 10 жду где-то. Вот. Ну, для нее пока готовится почва для будущих предсказаний. Не знаю, есть ли тут какое-то, ну, не тут, а вообще для гадания особое время, там вечер, может, я не знаю, выходные. Но я уже минут 20 жду, сижу. Я так понимаю, она сказала, что идет. То есть она не находится постоянно здесь, видимо, ее вызвали. Вот подтягивается на спецзаказ. Потому что, ну, я так понимаю, что на самом деле гадание в полутуристическом районе Стамбула не самый, наверное, частотный вариант. Все-таки местные больше. Вообще, говорят, часто они этим балуются. То есть приходят в кофейни и заодно просят попредсказывать, грубо говоря. Деваха посмотрела, что я уже нервничаю, уже 20 минут жду или 25. Принесла мне чаё, говорит, попей себе, расслабься. А сухарок у них же еще прикольный. Не помню, они в чай бросают сахар или нет? Сразу. В кофе-то сразу бросают, когда готовят. Символ кафе. А в чай, интересно, бросают? Забыл, честно вам скажу, небольшой спец по чаю. Вот, турчанка, зовут ее Аксен. Сначала начала с картами было приходить. Вот она из Греции прилетела только что, поэтому Нина вот нам помогает сейчас. И значит, а нормально фотогенические. Спасибо. Вы знаете, как мы Грузию любим? Очень обожаем. Просто у нас хорошие отношения. Рады вас видеть здесь. Еще и помогают здесь. Давайте, поехали на гадание. Вот Аксен, да? Аксен. Ну, поехали. Нина будет нам переводить, потому что акцент только по-турецки. English now. Если она мне что-то будет объяснять, было бы интересно, вот как это делается, сама, ну, как она, какие это. То есть, ну, да, ага, я просто... Вы буквально на себя выпили, да? Да. Сейчас, что будет у вас в жизни? Ну, я загадал, да? Я... Да. Да? Нидио? А? Bekliyorum, ne söyleyeceğiz, ne güzel haber vereceğiz. Allah ne mutlu olduğunu vereceğiz. Evlilik daha yeni geldi, kazılınıyor herhalde yani. Kolisa diyor. Benim bu kadar çekmesi olmaz, ne yapacakmış bu kadar çektiğini ya? Ha? Benim bu kadar çekip ne yapacakmış ya, bu kadar çekiyor? Spesial ne de tak? Они как маги, знаете? Ага, да, понял. Как будто их слова магические силы. Вот это мне. Как зовут? Сергей. Сергей. Сергей, не все звезды? Сергей, Были мы, гейли мы? Проблем нет. Были? Yes. Сколько вам лет? Ханги будет что? Ханги, я думаю, 49. Ha, okay. Almost 50. Also, two months 50. Two months. Okay. Yok, yaşını sormuyorum. Burcun hangi ayda olmuşsun? Ne zaman bir Radzivis? Ha? Radzivis kada, kapı mesela. February.
Dileği var, olacak. Ama 3 ay, 3 hafta, 3 ay veriyor. Что-то вас очень удерживает, но он вам или 3 недели, или 3 месяца дает. Что? Удерживает вас что-то очень так сильно. Вот, да он прилип, он полчаса она стояла, нет, может быть, поэтому? Не из-за этого все равно. Да? Bir yol var, yola gidecek. Ama diyor ki, şu an değil. Ne zaman? Şubat'ta. Какая-то дорога, на которую вы стоите, и у вас вот это когда, Шубат это у них перед после Нового года, у вас что-то будет очень хорошая дорога, показывает, что у вас. А, да, а шей бу, Америка. Америка. Может, в Америку пойдете? Италия. Италия? Да. Йок, Италия, две недели собираюсь в Италию, дальняя дорога, говорит. Шубатта шей Америка, она сона. Мартын, Шубатын сону, Мартын баш бешіне кадар да Италия дио. Значит, до Нового года, в декабре у вас какая-то вот это намечается такая дорога, или в Америку, да. Или куда-то, или куда-то, она, а после этого у вас какая-то визитка, и куда-то вы так пойдете. Parayla ilgili bazı düşünceleri var. Ama halledecek. Вы думаете, ну, как бы у вас деньги есть все время? İşle alakalı gelişme diyor. Güzel gelişmeler, paralı, parayla, işle alakalı gelişme. И деньги тоже есть, и работа есть, и вы как будто заинтересованы в этом деле, и у вас все это говорит, крутится, вы сами как-то... Ну так и есть, это так и есть уже. Güzel olacak, olumlu olacak diyor. Но еще лучше у вас что-то получится после этого. Это радует. İki insanla, iki kişi işle alakalı ortaklaşa iş yapımı diyor. Два человека, как будто вы вместе компаньоны или что, и какой-то хороший разговор будет у вас или что-то там продвижение, я не знаю чего-то, сейчас она скажет. Evet, kendisi Rus ama İtalya'da mı yaşamak istiyor? Ну, он сами говорит Рус, но Украина сейчас не имеет значения, но у вас есть, говорит, в других странах, говорит, и друзья, и как бы будет продвижаться или компания, или что-то, компаньонство. Orada çünkü orada yaşayacak ve onun için yalnız yaşayacağı yer nasıl biliyor musun? Böyle bir şey düşün. Kanatıyla da işte. Da. Şey düşün, böyle şöyle nasıl böyle öyle bir yer, öyle bir yer görüyorum. Nasıl böyle Bodrum'da evler var ya böyle beyaz ve böyle bir deniz. Она все равно намекает на Италию. Как у нас в Бодруме, говорит, такие вилли большие дома есть. Такая что-то у вас или компания, или что-то у вас там связывает, что-то будет связываться. А как она это знает? Как она? По каким она? Хотя бы примерно, какой это знак, что это было? Как она знает? Да. Какой знак это говорит? Nereden biliyor şimdi? Ama benim özelliğim bu, ben medyumum. То есть не только знаки, да, а еще ее как бы это сам. Еще ее. Ну, я имею в виду, что не только. Но она считается медиумом, поэтому тут знака мало. Окей. Yalnız o şey, Merit evli değil mi? Да. Он 13 сенедер. Где-то 10-13 лет, говорит, как женатый братья. Ну, больше. 27. Ермич? Он еще Ермич, что я? Ермич? Сейчас как раз она сказала. Что? 13-27. Он нам берабер, орда почти, скажем так. Он нас она. 27, ама был... 23 gördüm ben. Ben 13 ve 23 olarak gördüm. Bu şekilde gördüm. Какие-то вот эти цифры для вас, говорит, хорошие, что-то приносят. Вот 13-27, вот эти, где вот эти цифры, говорит, фигурируют, да? 13-23? Да. İnancı yüksek gözüküyor. İnanç olarak bak, etrafını onu koruyan melekler varmış. İnan, bak melekleri görüyor musun? Ve İsa ve melekler, inancı yüksek. Не знаю, что-то у вас, говорит, как будто что-то в жизни такое было, но ангел-хранитель в вашей жизни очень большую роль играл, и покрывает вас ангел-хранитель. Санджес. Ага. Где-то ангел здесь. Но... Окей. Я есть, Андерсон. Интересно, хорошо увидела, да, ангел? Yeah. Класс, ага. Ну, такое у всех было, у меня тоже, естественно, как-то что-то было.
Evet, doğru diyor. Onu koruyan bir güçler varmış ve inanması gerekiyormuş ve o yolda devam etmesi. Çünkü o bundan diyor 5 sene önce bir arabayla alakalı bir kaza, bir problem. 5 лет назад. Где-то, да, 5 лет назад. И этот ангел хранится у вас, из чего-то такого спас, что вы как будто поверили, и он все время с вами. 5 лет назад? Где-то, ну приблизительно. Ну дай Бог, дай Бог. Хотите спросить вот, насчет своей жизни, насчет дороги или насчет, не знаю. Ну, возраста хочу. Все хотят знать, сколько протянет. А, как сыне бену оладжа бидзин паяк? Я узун. Узун олчан. Чок долго будете? Очень... А сколько это долго? О, душню качка. Он на айле зайтен узун яшио. Он на айле геннер узун яшио. Обилио. А, ты сам знаешь, что он очень долго будет жить. Ну сколько долго? Она говорит, что он сам тоже что-то говорит, может. Кто? Вы как будто что-то можете. Она салпы ящича, хаста оларактей. Никогда не будет так болеть, чтобы он или в постели, он здоровым умрет. О, это радует, это радует. При старости. Цифр нету там? Может, 13, это не цифры там? Сам говорит, знает, и он говорит, как... Умру здоровым, короче, это меня радует. Это радует. Может, говорит, до 100 тоже дотянет. Ну, да ладно. Слушайте, я бабуля сейчас 94 праздную. Вот она вам сказала, у нее в генетике есть, говорит, есть очень старый. Бабушка, да, 94. Такой, говорит, есть. Ну, если бы я в нее пошел, я был бы рад. Он сам знает. 94, скажите. Ага. Баба Сири, Ане. Доксан до Дортфеши, да? Евро? Ну повезло, значит будет хорошо, окей, that's good. I like it, yeah. Нормально, это мне нравится. Евро, переживем. 100, значит, да? Ну нормально. Biraz şey, yedişine dikkat etmesi lazımmış. Kalp ritmiyle alakalı şey diyor. Dikkat etmesi lazım yediklerine. Tansiyon ve... Ага, единственное, что она говорит, просто иногда надо или давление контролировать, или что-то, чтобы, говорит, ближе к сердцу не пропускали вот такие дела, как которые она знает? Вы можете сами урегулировать. Ну я пропускаю, а как она знает, что я пропускаю? Она декоративная. Как по каким-то знакам или вот медиум опять? В общем, ее носил нерден бойле о кадар белье. Знак. На этом самом, да? Benim işim o. Моя работа, говорит, вот это. Bunlar sadece benim için araç. Другая у нее работа нету. Я просто, говорит, посмотрю. Ben bunları onlara da... Ну, у меня есть как раз это дело, так что я более чем пропускаю, честно скажу, поэтому... Угу. Это блюдце уже, да? Ну, хочу спросить... У меня... Onun şey kafasını taktığı bazen olayları çok düşünüyor ve korkup uyuyor. Да, говорите, нет. Голову открывает и самое говорит. Çok düşünüyor bazı şeyleri, çok düşünmemesi. Да, я слышал, что это. Bir de şey mi istiyor? Более чем. Bir gemi mi, bir şey mi kullanmak istiyor? Bir yat gibi, gemi gibi şey mi düşüncesi var? Böyle bir durum var diyor çünkü. Hayır, он говорит, или пароход, или яхта, или что-то, он что-то говорит, такие мысли, или что-то, чего-то var. Gemiyle böyle gezmek. Круиз, что? Что-то как будто завладеть чего-то, я не знаю, или что, что-то выберу. Ну, пока думаете, не вижу, подумаю. Я их не имею, пароходами почти не плавал. Ну, подумаю. В голове все укладывается. В голове точно, думаю много. Тут очень... она угадала, я и парень очень... думающий, поэтому... Ага, ага, класс. Она может пролезть вот так. Олучак. Но Олучак, она говорит, что все он сделает, все он добьется. Единственное, что предупредил, контролировать сердце и давление. Слушайте, ну вообще это правильно, так у меня и есть, конечно. Остальное. Скажите еще раз, что вы сказали только, что я выключил как раз? Да, вы думаете бросать, думаете... Нет, вы сказали, что-то пишете. Вы пишете. Я пишу уже кучу книг про кофе, поэтому угадала, что-то пишете. Я съел кофе. Молодец, тут попало, конечно. Психологический. Психологический,
thinking tail, where psychologic та пиазме душа. Ага, там психологически подходите к этому кофе и кому да, интересуется. Да, 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 очень психологически. Да, есть такое, есть такое. Çünkü hayalizi çok geniş. Скажите, знаете, как доброго джану бе, вообще доброго деди. И как будто вы подходите вот к этим взорнам, к этим этим, вот, ну, вот да, я да. не знаю, вот все. Начинаем с азов, да. так сказать, ага. Ну давайте про семейную жизнь еще скажите мне, с женой. Я читателям своим потом расскажу, почему я задал этот вопрос. Это очень важный момент. С женой будет продолжаться все как есть, да? Хорошо. Aile diyor. Ondan sonra 3 tane mi çocuk var? 3 tane çocuk yok. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2 tane. Ну, может, где-то есть еще третий? Нет. Нет, не думаю. Нет. В Африке разве что где-то третий меня загулял там в Африке, но не думаю. Ну да, или два, или три, больше. Там, говорит, все так будете продолжать, но у вас какие-то новые эти откроются. Что-то новое откроется. Никаких проблем она не видит, у вас, говорит, чистый. Слушайте, ну мне нравится такой. Чистая, говорит, у нее вот это все. Да? Ну, это приятно слышать. Молодец. Она сама, кстати, позитивная, конечно, такая хорошая у нее харизма. Мне... Я тоже могу погадать, если не знаете. Да не, я шучу, ну куда. Я, правда, могу, я поумничать могу много, но... О, всякая дьёбина, я хоть джамну, а почему вы на карте? Да, не, я не знаю, не умею. Ну как это почему? У меня своя работа есть. Есть еще у вас вопросы? Не, в принципе, все. В принципе, у меня основные. Она говорит, что снутри у нее вот сердце так красиво, все идет из жизни вот так красиво. Иверу. У меня? Ну, я хотел бы. Ива, да, очень хороший человек. Ну, задаю вопрос. Вы понимаете, что вы сейчас все хорошее говорите? Да. Мне это приятно слышать. Она все хорошее говорит. А часто она людям плохое говорит? Каша малаша, да? Или нельзя трогать, я не знаю. Да, она вот так символ сказала, кафе, да? Светлый человек, да, видят, ага. У нее светло все будет. А так когда, когда, говорит, есть такое... Ну, бывает, да? Да, конечно. Ахсен, ага, отлично, отлично. Супер. Все будем знать, Ахсен. Я только что сказал, что она хорошая, она мне нравится, честно скажу. Не, серьезно. А? Окей. Okay. This cafe number. Ну, вот назад иду. Не показал вам, как поднимался, а то меня тут водили тропами. У них тут лифт какой-то был. Как-то мы ехали. Не знаю, кто тут живет. А сейчас такими шуршами спускаемся. В общем, закончил я свои темные дела. Направляюсь в сторону площади Таксим, где возьму такси и буду рулить в аэропорт. Что хотел сказать? Несмотря на то, что мне сказали все положительное, это приятно слышать. Ну, как бы всегда, знаете, как говорят, ну, гадалки, они все и так хорошее говорят, чтобы человеку было приятно. Я не знаю, мне понравилось, я вам скажу. Очень позитивная, очень положительная это Ахсен. Я думаю, они хорошие психологи на самом деле. В целом говорила, ну такие вещи, которые у всех могут быть, вы же понимаете в жизни, да? То есть двое детей или трое, 10 лет или 20, женаты там. Ну, пишу книги, угадала, видите. Я большой тур, поездку собираюсь по Италии, такую длинную достаточно. Вот. Тоже какие-то моменты, может быть. Ну, в целом, я думаю, что это достаточно такие общие моменты. Вот. Но еще раз говорю, ощущение остается обалденное, честно говоря. Крайне позитивная барышня, кроме... То, что все хорошо говорила. Ну вот. Долговато у нас это, правда, затянулось, поэтому я думал, может, еще разок. О, я теперь на центральной этой улице. Вот, еще разок сбацать. Вот, главное, ну, говорят, нельзя себе гадать.
переворачивать, чашку нельзя давать, то есть должен только ты переворачивать. Ну, а так вот, там есть целый ряд правил, все-таки напишу статью на эту тему, я думаю. Только, наверное, еще разок придется приехать прогадаться. Потому что все-таки процедуру надо получше пройти. Но на самом деле суть простая. Это трактование каких-то знаков не в отдельном виде, а в целом в виде такого как бы фильма твоей жизни, что ли. Исходя из разговора с человеком в том числе, наверное, психологии какой-то, наверное, каких-то ожиданий. То есть в целом, наверное, надо зарядить человека положительно. Ну, в общем, вот такой сюжетец был. А все это я, друзья, веду к тому, что у меня в жизни никогда не было гадания. У нас с женой был один на двоих эпизод, когда она сходила к гадалке. Я рассказываю сейчас семейные тайны, не знаю, оправдает меня моя благоверная или нет, но это в благих целях. Так вот, когда мы собирались пожениться, она пошла к гадалке, чтобы спросить, как вот со мной будет. И та ей сказала, что ты проживешь с ним всего 4 года, потому что он будет тебя бить. Вот такая тема была. Вот. Мы тогда вместе прорыдали с ней, расстроились, мы так любили друг друга, все у нас было, мы студенты еще были. Вот. Ну, я хочу вам сказать, что в этом году мы отпраздновали 27 лет семейной жизни. Пока не бил, как-то не получалось. 27, не 4, и пока вместе. И мало того, турецкая гадалка сказала, что дальше все будет точно так же неизменно. Так что верить гадалкам или нет, старой школы решайте сами. У меня вот такой вариант был, и я верю по-своему. Тем более, что это все-таки кофе. Все, я полетел домой.